Сначала в теробороне был, а потом поехал в сторону Херсона, потом туда, на Бахмут. Он всегда придет на выручку, всегда. Друг говорил, что он прикрыл, подарил ему жизнь. Зять, он и кум, крестил моего сына. Достойным человеком он был. Да. Работал он в МЧС. И попал в АТО. Потом пошел на войну. С первых дней. И останется в нашей памяти самым светлым, самым достойным героем.